Привет всем, друзья! Вот и началась очередная серия о маленьких пушистиках. О нечаянно подросшем котенке Кузе и его старшем брате коте-чувачке. Мы все живем в одной большой дружной семье. Чувачок, чувачочек, ты так удобно спишь? Мне кажется, ты неудобно спишь. Чувачок так сильно устает, что он спит в любом месте. И в любой позе. Он же с ответственного задания всегда приходит. Он же за девчонками ухаживает. Чувачок, а где ты спрятался? Ты так здорово спал. Научи меня так спать. Устал. Отдыхать хочется. Ну отдыхай, не буду тебе мешать. Кузя кушает, а чувачок ждет. Вдруг Кузя оставит что-нибудь в своей миске, чтобы можно было у него подкушать. Чувачок, не жди, я все скушаю, даже всю свою миску оближу, чтобы она чистая-чистая была. Ну все, я все покушал, миску помыл за собой, можно пойти поиграть. После вкусного обеда, по законам Архимеда, полагается поиграть. Игрушки очень полезно действуют на меня. Ой, я вспомнил, после еды я даже лапки не помыл. Чувачок, а ты чего все сидишь, даже не играешь? Ты какой-то неиграющий кот. Вот я играющий котенок. Вот сижу и думаю, что же мне сейчас сделать? Наверное, я, пожалуй, помоюсь. Ой, чуть не упал. Что-то как-то здесь у вас неудобно, даже по-человечески не улечься. Не понял, чувачок, куда ты пошел? Кто смотреть за мной будет? Пока на улице хорошая погода, надо побегать. А то скоро снег. В нашем кошачьем деле что самое главное? Это охота. Ого, что это такое? Ой, кто-то здесь тряпочек накидал. Непорядок. Ну что, не видите? Я здесь на коврике отдыхаю. Этот коврик специально для меня положили, чтобы мне было удобно отдыхать на улице. Кузенька, какой ты красивый у нас сегодня. А, ты всегда красивый. Да, папа, я всегда красивый. Ты как бельчонок. У меня даже хвостик, как у белки. Вау! Ой! Ой-ой-ой! Ну кто там все за окном ходит? Спать не дают. Хулиганы какие-то. Папа как маленький, решил поиграть. Придется поддаться ему. Ну что же делать? Он со мною с маленьким играл, теперь я с ним поиграю. Пап, ну ты видишь, мне прыгать не хочется. Я буду лежа ловить. Ой, папа, я думал ты вырос, а ты все еще маленький. Играешь и играешь. Ну что ж, придется тебе принести бумажный шарик. Ну что ты все меня дразнишь этим шариком? Ну-ну, и что ты наделал? Кто теперь за ним побежит? Вот выкинул, и сам теперь беги за ним. Хочу передать привет моим подписчикам. Привет-привет! Мы вас всех очень-очень сильно любим. Кузя, когда не хочет лапки, чтобы мерзли, он по подоконнику начинает гулять. Иной раз, мне кажется, он готов сквозь стекло пройти домой. Замурчательный парень, необыкновенной красоты. Чувачок, ну я здесь сижу. Молодец, то, что ты пришел ко мне рядом со мной посидеть. Давай посмотрим друг друга в глаза. Давай поиграем, кто кого переглядит. О, ура, я выиграл. Ты отвернулся от меня, значит, ты проиграл. Чувачок, ты мне гимнастические упражнения показываешь? Я тоже хочу быть гимнастическим котиком. Ой, как страшно ты мне делаешь. Ну зачем ты меня пугаешь? Ты же хороший кот. Очень добрый и мною очень сильно любимый.
Папа, ну неприлично играть в эту игру вдвоем. Надо и с чувачком тоже. Чувачок не умеет в нее играть. Сейчас я покажу, как надо играть в эти игры. Друзья, мы вас всех очень сильно любим и ждем на наших роликах снова и снова. Кузя очень уважает кошачьи игры. Друзья, спасибо вам за то, что вы есть на белом свете. Самые красивые глаза у того, кто смотрит на тебя с нежностью и любовью. И совсем не важно, карие они, голубые или зеленые, зато они самые родные. Сейчас я здесь порядок наведу. Ковер неправильно лежит. Сейчас я его лапками поправлю. Помогу я по дому папе и маме. Я же уже вырос, и в силах помогать я по дому. Ой, здесь непорядок, надо тоже выровнять. Помогу я зонтику высохнуть. Я своим теплом снизу зонтик высушу. И мама снова пойдет на улицу и намочит его. Я же не бездельник. Друзья, всем удачи и добра!